Да. А я Джискиран. А я его жена. Смотрим смехуёчки. Засмеялся, подписался от Балтимора. Поехали. Осуждаю. Внезапно. Я вообще... Он вообще-то как-то странно поехал. Я побоялся, как бы он девчулю не сбил. Да-да-да. Короче, вчера турбину поставил. Че, сколько мощности? 500 лошадок. 500? Гетос, привет. Бля. А, чё? Фонарный стол. А, вот это чё, я думаю, чё это, наушники что ли, или чё? По-моему, тётя немножко в шоке. По-моему, ему забавно. Он не может понять. Это крипово. Я представляю, человек сидит такой, давит какашку, она такая лезет, тугая, длинная, он пытается ее выдавить, чтобы не раскусить, и чтобы она полностью вся вышла и ничего не осталось, и тут это! И все разом вылетело. Да, это хорошо, если разом... На следующую неделю аж хватило. Это хорошо, если все разом вылетело, а то ж можно подскочить и обгвоздать все вокруг, как хвостом грязным. Такой грязный, длинный, вонючий хвост. Распонтировал. Там это не даже. Потому что никогда таким хвостом не мотыляла. Насколько я помню, это шапок. Ты просто не виляла таким хвостом, потому что тебе не приходилось. Как-то да, не приходилось, слава богу. А я такой смотрю, такой длинный, желтый, отвратительный ноготь на ноге. Это старческий. Я думал, бабка просто сначала. Ну, я по голосу понял. Тебе это не нужно, но я все равно сообщу. У меня есть Twitch-канал, и на нем, естественно, мы играем в игры. Либо я один, либо с Настей, либо нас еще больше, и мы играем в какую-нибудь онлайн-игру. Стримы идут каждый день, кроме четверга, пятницы и субботы. Эти дни выходные. Ну и пятница — это реакционные стримы, которые, кстати, проходят на втором канале Ютуба. Канал называется «Реакционные стримы Джискирана». Ссылка будет в описании и на Twitch, и на второй канал Ютуба. Заходи, ждем! Ля. Да я, Лёха, помоги выбраться из собаки. О, так. Такое ощущение, что это Джек-женщина. Alright, Merry Christmas, Gretchen. Окей. I think that just dripped oil right on her face. Милота. Is there anybody in here? Oh no. Там что, Скуби, что ли? Да, ну было смех на скубишный был, но
Похоже было, что там Пеннивайз. Ну да. Ну да. И делать так. Убирать. О, сразу такой средневековый монах! Сука. Еще и волнистая. Ну потому что он чашку взял волнистую. Да, я же говорю. Чашка волнистая. Такой сразу вайп средневековый монах. Ужасно. Не хватает, чтобы бакуха была. Ужасно. Он явно не был доволен. Не экспериментируй, так если не готов, в случае чего утро коротко постричься. Да. О, эти. И пухники и зверюхи. Это эти. Не вомбаты. Или вомбаты. Да, это вомбат. Вомбат. А, ну да, точно, недавно кто-то кидал же комикс про вомбат. Про бат, бат вомбата. Бля, забавно. Они же квадратиками какают, по-моему. Кубиками, да. Блинч! Пап. Всё. Знаешь, я сначала моську не раскрыла, но я думаю, мини-пик? Стоп, там лапки, это не мини-пик. A fresh pie? Save me a slice. Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, that's fucking... That's good. That's good. That's enough fucking slices, man! That's enough slices! What are you doing? Stop. Я тогда пригласил друзей на вечеринку в пиццерию, но не сказал, что за это на всех заказал одну пиццу. Ага. I got a Dr. Pepper from McDonald's. Bro, you know what I'm saying? If I met this joke, I'm low-key. If I met this joke, I'm gay as hell. I'm gay as hell if I met this joke. Man, I am hungry. Mm-mm-mm. Nice, nice. Она очень сильно остыла. Да. Alexa, pour me one cup of water. Да-да-да. Такие они, эти цифровые девки. Бадинго. Блять, у меня аж сердце ёкнуло, когда оно падать начало. Страшно-то как. По-моему, сказали базинго. Бадинго. Ну да, что-то типа того. Это та самая бугагашенька, которую говорит Шелдон все время. Я в курсе, но была... Ну да, была какая-то бадинго. Просто пуч, реально. Да-да-да. Так, классно. У меня нет дробика. Я сыр лестницу брал. У нас чел крышу занял. Вообще, насрать такой, я лезу, насрать. Я уже начал лезть, куда деваться? А, там кто-то купает. Там целая куча. Он сам испугался. Там четыре мужика. И удобно же, блин, ну хотя бы по двое бы мы. Ага. Okay, everybody. Фига. Все знают, кто это пришел. Кайло Рен.
да. О, это, помнишь, это ж из трактира в Шреке. А, точно, думаю, что-то знакомое. Я просто смотрел на эти мечи и такой думаю, ага, это, досмотрим видос, и я пойду стримить Jedi Fallen Order. You ever look at your person and think to yourself, wow. Я нашла тебя. А, спасибо. Окей, я понял. You're the most beautiful thing I've ever seen in my life. And I'm so grateful for you. Да, не упал. Whip it at me, like, you can hit me. Nothing else to do today. I'm gonna play PS4. Улетела. Watch this, ready? You do. Ready. So. Oh, jeez, Cam. You want to finish here, guys? My LED lights. Oh wait, bro, I'm so silly. Forgot to turn my light off. Когда найдешь того, кто убил Хана, что с ним сделаешь? Таких слов еще не придумали. Почему ты мне доверился? Братство. Рад, что не ошибся. Да, 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 да. Последовательность наша, все. Что? А? Отсутствие контекста, вот что. Ну, да. Бразилия. Знаменитость. А? Биг Боб. Ну, девушка это была порно-актриса русская. А Бразилия там про флаг Украины. А. Фига. Вам смешно, украся полхаты. Боб. Сократили ей пространство? Ага. Ну чё, как ля, прикольная штука. Закрытое пространство. Ну, хорошо, хоть не в маленькое оставили. Вам смешно, крося полхаты спёрли за то, что он налоги не платил. Крося полхаты спёрли за то, что он налоги не платил. Так, блин, это, обрезать корректно. Но я поняла, что налоги не платил. Да-да-да, рано слишком в этих, как... В смехуёчках иногда слишком рано обрезают. Это, ну, не очень хорошо. See, you gotta open this thing. EJ, come! What? Where the dog at? Wait. I never had a double. Чё? Ух ты, ё! Сейчас страйк выпьет. Да, походу. Красава. That's right. Хоть я это и видел, но все равно забавно. Сколько сейчас лет? А сколько, насколько я выгляжу? Насколько? По-моему, когда ты у нас снимался, тебе было... Блин, Хардплей отрастил бороду больше, чем обычно. И он вообще на себя не похож в профиль. Я смотрю, такой, блин, челик под Хардплей, что ли, косит? Не, ну когда он по лицу в анфас повернулся, сразу понятно, что он, но в профиль. Оно как-то лицо у него, борода вытянула, и ты такой думаешь, он это или нет? Я похудел. Ну, кстати, может, да, тоже. Года 24, да? Ну, где-то... Извините, вырвалось. А надо было прятать, пока было затишье. Я так и думал, я только хотел, я не стал договорить, но хотел сказать за секунду до.
барабан. Песик такой, кусочек. Да-да-да. Что ты делаешь? Что ты будешь делать? Идите отсюда. До скорой встречи.